Ай-яй-яй, всем привет, с вами канал DH Play Games, с вами начинаем играть в игру In Sound Mind. Это что-то психологического, типа хуйни какой-то, я не понял, сам не разобрался. Что это такое, видел какие-то психоделические какие-то мотивы в этой игре. Давайте посмотрим, что это такое In Sound Mind, в звуки души. Посмотрим, что есть в душе. Так, выбрать сложность игры. Высокая. Настоящий сервал, хоррор для опытных игроков, казуальная игра с сильными сторонами, которая является сюжетной атмосферой. Тоже все больше действий. Ладно, давайте среднюю начнем. Хочу немного побояться. Посмотрим, то вроде на бродилка, головолом. Что-то в этом духе. Так, мы делаем став. Game Studio. Модус. Или модас. Так. They say curiosity killed the cat. Убийство убило кошку. Убийство кошки моих рук дело. Curiosity. Любопытство всего лишь привело ее ко мне. Так. Что же это? Кто с нами говорит? Блять. Так, так, и что мне надо делать? Так, подвал. Кого хуя в подвале? What happened? В натуре хуй знает, что произошло. Наверное, мне надо туда идти. How did I get down here? Почему я здесь? Так, ну-ка, залутаться надо. Бля, в любой игре надо что делать? Лутаться в первую очередь. Давай посмотрим, что написано. Текст. Катастрофа. Забудьте обо всем. Прежнюю жизнь теперь можно забрать только из окна. Все индикаторы указывают необходимость оставаться внутри. Ага. Говорю, что-то, блядь, у меня что-то подлагивает. Я, кстати, на ультрах играю, по-моему. Так, видео ультра. Так, общий уровень качества. Вертикальная синхронизация. Нахуй, нахуй. Похуй, стриминг текстур. Врубим качество модели. Объемный туман. Нахуй, мне высокий он нужен. От него и лагает по-любому. Ладно, высокая, заебись, пойдет. Так, ну, хуй там. А да ладно, блядь. Нахуй, стрёмно. Я могу запрыгнуть, посмотреть в окно, например, что там? Я могу присесть и даже, вы прикиньте. Давай посмотрим, что там есть. Так. Чё? Блядь, и что? И что? Что, ты мне не дашь заползти туда? Бля, вот козел. Ладно, давайте пойдем дальше все-таки. Так, у нас есть спринт, у нас есть полоска выносливости. Так, ага. Так. Ой-ой, господи. Какая-то странная химическая жижа, думаю, сюда нам не надо. Так, я ищу вентиляцию. Ну-ка, мы ее не осмотрели, кстати. Давайте изучим, что это такое. Ой, бля, нихуя на нас. В наркоту какую-то воет. Подожди, если я зайду. А вот хуй там. Ёб твою мать. Нас накурили, заебись. Хранилище. Ой, там какой-то чел. Ага. А вот винты, кстати. I could probably break this with something. Так, нам сюда и надо. Я сюда и хотел попасть в вентиляцию. This will come in handy. Так, как убрать его? А нахуй он мне не нужен? Бля, выключи его. Так, что здесь есть интересного? Бля, мне надо чем-то сломать. Мне нужен ломик какой-нибудь. Я вот только про Half-Life подумал, как игра началась. Про вторую часть. Че, не дашь мне лома? Ладно, погнали дальше. Стул, подождите, стула этого не было. Бля, ну ты козел, конечно, мелкий.
Бля, нет, эта хуйня отравлена, я не буду ее читать. Я отвечаю, это пиздеж какой-то. Я сначала, блядь, пойду исследую все. А потом посмотрим, что будет. Бля, не, ну стрёмная игра. Мне уже стрёмно, пиздец. Ну твою мать, это что, хоррор, что ли? Ну, блядь, ну ночь на дворе, ёб твою мать, мне придётся орать. Нихуя, может что-то собрать. Так, это рабочий стол доступен всем арендаторам. Запрещается использовать снаружи. Руководство несет ответственность за любые травмы, которые вы можете себе носить. Будьте аккуратны, не выносите никакие инструменты за пределы этой комнаты. Угу. Давай, мне ломик нужен. Нихуя не могу собрать. Ключ. Ага, охуенно, двери в коридор. Нахуй мне не нужен, мне нужен лом. Дайте мне лом. Я хочу попасть в винтовскую часть. Так, а если мне дали фонарик, может мне фонарик поможет что-то найти? То, что не отображается без фонарика? Мусороприемник. Ладно, погнали в коридор, наверное, надо сходить в коридор. Бля, главное не трогать наркотические эти эффекты, блядь. Ключ. Заебись, с ключом работает все. Так, кошка, что это значит? Это значит сохранение. Таблетосы взяли, взяли. Так, тут тоже нихуй пройдешь. Ну пиздец, тут нужно в вентиляцию как-то попадать. Утечка газа опасна для вашего здоровья. Если вы чуть запах увидите и услышите утечку газа из коктейля, немедленно покиньте помещение и сообщите об этом мне. Ага. Все дело в газе. Так, кнопку мы не трогаем, берем батарейки. Меня хотят выпустить? Меня не хотят выпустить. Тут что? Так, смотрим, по сторонам ищем ломик. Ломика нету, все ржавое. Коробки, заебись. О, нихуя. Почему-то здесь красное, здесь быстро нит. Каждый 3 время повышаю скорость. Сука. Так. Нужны предохранители. Чтобы пройти туда, нам нужны предохранители. Нахуя им предохранители? А я не могу, например... Давай почитаем. Арендаторы. В некоторых стиральных машинах произошло короткое замыкание ключа, установленные предохранители универсальны. Однако, если не барахля, пожалуйста, не пытайтесь их использовать или... Извините мне. Так, дверь закроем, нахуй. Вдруг ко мне кнопка в задницу заползет. А я бы... О, наконец-то мы нашли винты. Так, а нахуя я сломал? А, нет, я все правильно сделал. Я взял предохранитель, чтобы что? Переставить его сюда. А нахуя? А она отъедет, пиздец, я мастер просто. Нет, заебись. Так. У меня есть рукоятка пистолета. Зачем мы должны собрать пистолет? Зачем нам пистолет, чтобы потом с кем-то пиздиться? Все верно, все верно. Ладно, давайте потрогаем наркотическую эту хуйню. Любопытно же? Ну любопытно, блядь, чувак просто читает меня. Просто меня зачитали, просто. Просто поняли, что я что-то... Что я не хочу что-то делать. Так, ну давай выйдем, посмотрим, что будет дальше. Так, теперь нам надо как сюда попасть. Дверь закрыта, какого хуя? А, какой есть вариант еще? Вызвать лифт. Эту записку мы читали, правила используем в подвальном помещении. Подвал открыт на 40-м, куда же сок, если опоздан пришел. Ага. Короче, похуй, давай лифт вызовем. Я думаю, нас ничто убивать не будет. Ну пиздец. Не, ну вы гении просто. А где я ломик-то возьму? Мне нужен ломик. Дайте мне, сука, лом. Блять, я должен, знаешь, что сделать? Блять, не дает мне запрыгнуть, сука. Ладно, давай прочитаем пока на. Привет, ага. Привет, ну любопытно же. Здесь должен быть лом где-то.
Блять, не дается прыгнуть, прикиньте. Бля, убивает, жжет. Легкие сжигает, нахуй. Ладно, следуем дальше по игре. Блять, а как-то винты попадать? Тут еще нельзя пройти, ну пиздец. This looks weak. А, все, это мы ёбнем. Ну? Be able to break this with something. Так я, блядь, а чем я ломать-то буду? У меня нихуя вообще нету. Я с ноги не могу пинать, вообще мне не дают ничего сделать. Ну-ка лифт. А, предохранитель, если я сейчас возьму, например. Предохранитель, они универсальные, кстати, здесь. Мне чел сказал, что универсальные не все. Поэтому можно отсюда вытащить. И пойти вставить лифт, например. Оп. It's a fuse box. Блять. Ну пиздец. Мне еще по голове нахуй постучало. И нахуя? Все, я понял. А нахуя? Все, вот так вот делаем. Какой этаж-то, блядь? Давай, мы на Б, наверное. Давай на первый. Нету кнопки лифта. Ну ладно, едем на второй тогда. Плевать. Первый мы пропускаем. О, там кто-то был опять, стрёмный чел. Блядь, не люблю хорроры, сука. Я думал, это будет какой-то, блядь, психологический хуйня. Не страшная. Там котик, блядь, нарисован на картинке. И какой-то мужичок в шляпе со скелетом. Позвоним. Не, давай в окно посмотрим сначала. Вот, котик, я говорю, тут котик. Ёбаный пиздец. Insound Mind. Охуеть, вот так вот было. Вот так вот на картинке у них есть. У этой игры. Просто вот лого их вот это вот. Или как это правильно? Не лого. Название игры, короче. Котик, еще мужичок в шляпе. Только у него нет кожи на лице, он почти скелет. А я могу из окна выпрыгнуть? Ладно. Так. Вот комната из главного меню, кстати. Это наш кабинет. Нихуя себе. А, как фонарик врубить? Как фонарик, сука, врубить? Он не врубается. А, правой кнопкой мыши просто. Левой кнопкой мыши. Есть правая кнопка мыши, есть левая кнопка мыши. А в чем разница? Ну, блядь, здорово. Вот и он. Я долго ждал этого момента. Ага. В смысле последний вдох? Я что, сбросил? Что это такое? Завершено? Не, а что это медали такое? There's no one out there. Да никого здесь нет, у нас шиза просто. It's my tape player. Worth a try. It's my tape. Так, что у нас есть в кабинете интересненького? Хуй его знает, нихуя у нас нету. Пойдем, сходим, посмотрим, что есть на улице. Лого, кстати, пропало. Обидно было, весело с ним. Ёб твою мать. Двери пропали, кстати. Ноль. Что это значит? Ну, давай посмотрим. Так. Мой дом. Ага. Батарейки здесь. Так, мы... Майер, Майер, ага.
хуй знает. ХП похавали. Так, восстанавливаем ХП себе потихоньку. Телефон пока не трогаем. Телевизор нахуй не врубаю. Поиграть можно на гитаре. Подринкать. Мы же у себя дома, нахуй. Хотя сейчас ночь, блядь. Людей будить тоже себе. А хули я пищу, блядь? Сижу, нахуй, играю. Сейчас, блядь, вылезет, нахуй. Скрип, блядь, нахуй, мне пизда будет. Кассета, Desmond, нихуя, Assassin's Creed. Бля, реальная игра про меня как будто. Бля, ну давай послушаем пленку. Где мы ее можем послушать? Где-то я видел диктофон или нет? Или подожди, я могу съебаться? Я могу съебаться и послушать пленку. Так, верно? А потом могу сюда вернуться. Давай проверим. Это телепорт какой-то. Это телепорт по нашему сознанию. Я догадался. Так, а это что за коридор? Раз коридор, два коридора. Зал ожидания. Мой кабинет. It's my tape player. Ну давай послушаем пленку. Так, разберемся с всеми геймплейными особенностями этой игры. Что в них происходит? Я опять какой-то телепорт открыл, да? Подожди, я в будущее как перевелся? Пленка не останавливается. У меня была собака или кто? Тони. Тони, скорее всего, собака. У кошек нет таких следов. О, бля, обожаю такие диванчики. И кресло такое. Бля, классно. Я хотел... Бля... Не из Лего такой есть, кстати. Обязательно открывать двери? Давай проверим, что там в поле. Сейчас узнаем все телепорты, кто куда ведет и что вообще в этой игре происходит. На это уже говорил. Так, куда теперь? Пиздец. Ты меня нахуй из дома-то выгнал. Ну ладно, давайте посмотрим. Если, блядь, кассета Desmond. Это что? Это тоже телепорт, наверное. Бля, как в Докторе Кто, короче. Вот, я типа видел какие-то картинки с дверями. Думал, ебать, как Доктор Кто будет. Так, кажется, он сходит с ума, наш персонаж. How this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated. Страх as I am и любопытство. In an unexpected Ладно, turn давай of продолжим events, путь наш. It seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Я думаю, если в воду мы прыгнем, мы умрем, нахуй. Life in Milton Haven has become так, unfamiliar. В Милтон Хейвене он жил. People are, well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Нарушение чего? It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear. Это огромная пленка, блядь, не мой дом, это огромная пленка. Dropping like да. Flies. Dying. Почему его пацаны там врут? Oh, Virginia. Вирджиния, кстати, я... I should go over their cases. У меня есть сигареты, кстати, I с этим. To understand what this is. С табаком, Вирджиния. Что за хуйня? Кто-то рычал, я слышал. Бля, мы скорее всего какой-то психолог или хирург. Который с ума сошел. Так, и мы погружены в свои мысли, и мы должны просто что-то найти. Найти ответ и найти какое-то умиротворение. Блять, пиздец, игра-то в натуре про меня какая-то. Ну и как бы про большинство людей. Так, пистолет, нам бы...
Стоп, мы должны собрать пистолет, чтобы застрелиться, что ли, или нет? Я думаю, нет, мы не должны так делать. Мы должны найти себя, найти покой, найти умиротворение. И не сходить с ума. Так, проигрывается запись. Прослушайте пленку. Ладно, так, свет загорелся, заебись. О, котик. Tanya, how? Да ладно. Hi. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Спасибо. Погладить можно? Погладить можно в этой игре, вы прикиньте. Охуеть, игра года, 10 из 10. Все-таки это кошка, это кошачий след. А че он такой жирный-то? Котов же не такие лапки. И не столько грязи у них, чтобы вот такой след оставить. Почему я не думал, что собака еще будет? Бля, ну мы, по-моему, играем за какого-то психолога. Ну, как-то он... Сертификатов, градуэйшн. Благодарность, короче, какая-то там ему. Так, а кто он? Диплом? По диплому хуй знает, кто не приближается нихуя. То есть мы потеряли кошку нашу, потом кого еще? Пока не знаю, пока не выяснил. И какую-то пациентку... Дверь закрыта. Почему? Мы должны взять кнопку. Давай возьмем кнопку для первого этажа. Обследуем первый этаж. Ага, давайте тогда продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Живите и радуйтесь жизни. Кстати, мы относительно живем... В каком году-то, наверное? Что там? Значок Стима, да? Наверное, год 2007, судя по всему. Ну, примерно, плюс-минус там 3 года. Ладно, всем пока.